За 15 лет профессиональному составу наставников школы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо удалось добиться многого. Из стен этого заведения вышли мастера спорта, победители и призеры первенств России и Европы. Накануне в торжественной обстановке школа отметила свой юбилей. За 15 лет из стен нашей спортивной школы вышло уже более 1000 спортсменов и спортсменок, которые уже стали рабочими, мамами, папами и вошли в свою уже взрослую жизнь. За многие годы было подготовлено более 20 мастеров спорта. Из них и призеры первенства мира, чемпионка первенства Европы, призеры всероссийских соревнований и международных соревнований. Коллектив создан из высококвалифицированных тренеров. О важной роли школы не просто в плане физического развития, а в общем становлении подрастающего поколения говорили родители юных спортсменов. В школе работает 17 тренеров. Они воспитывают на сегодняшний день более 600 человек. Я хочу поблагодарить наших тренеров за то, что они привили к моему ребенку любовь к спорту. И тем самым, выработав в нем характер, волю, цель, целеустремленность, у него успех не только в спорте, но и еще у него огромные характерные черты, которые проявляются в школе. Он у меня учится на одни пятерки, вот, хотя тренировки практически ежедневные. Как мужчина, он очень маленький, но мужчина. Мне очень приятно смотреть на то, как он растет, как человек. Он никогда не обидит девочку, никогда не оскорбит никого, он всегда поможет пожилому человеку. От души хочу поздравить спортивную школу с ее первым юбилеем, таким 15-летием. Практически уже растет второе поколение спортсменов. Первые стали тренерами. На моих глазах выросли мастера спорта, кандидаты в мастера. Ребята растут все красивые, умные, приученные к режиму, уважают старших. Я вижу, как они вкладывают душу в моих детей. У меня занимается их двое. Мальчик 10 лет уже занимался, сейчас ему 17, заканчивает школу, достиг достаточно хороших результатов. И девчонка, она души не чает в своем тренере, в спорте, любит ковер. Даже ждала, когда вырастет, для того, чтобы начать заниматься спортом. Я председатель комитета художественной гимнастики. Хотел поздравить все отделение художественной гимнастики, тренеров, Игоря Владимировича за его помощь. Школа моему ребенку дает огромное развитие, помогает ему и в учебе в школе, и физического развития, и трудолюбия в жизни.